Было, конечно, трудно, но с трудом получается по чуть-чуть. Надо учиться. Было сложно. На разминке было очень сложно. Но какие ощущения были? Мышцы болели. Когда шел, представлял, что здесь будет? Нет. Еще придешь? Да. Мы работали на координацию, работали на статику, потому что вещи ребятам нужны, конечно же, вытяжения, потому что у ребят очень сбитые ноги, это видно. Футболисты, одним словом. В принципе, ребята нормальные, маленькие еще там веселятся, но все по-доброму, все хорошо. И я думаю, что, в принципе, очень даже талантливые, все будет прекрасно дальше. Самое сложное упражнение какое было для них? Для них все упражнения, в принципе, были нормальные, но в связках они сложные. Они именно в связках их не выносят, но это чисто из непривычки. Я думаю, что через время они будут все хорошо работать и не слабые. Ребята не слабые. Надежда есть? 100%. На шпагат сядут? Я думаю, да. 80% точно, остальных посадим. Сколько надо будет заниматься для этого? Регулярно, если? Если регулярно, то я думаю, за годика пол 50% сядут, а потом еще за пару месяцев остальные. Это получается, раз в неделю они, да, занимают? Хорошо бы было два раза в неделю ходить, конечно. Раз в неделю тоже нормально, поработаем. Я думаю, вы их там тоже додавите. Сразу восприняли, футболисты не было, что футболисты с ними... Нет, прекрасно, все, уже с футболистами работали, интересные ребята, веселые, послушные. Лучше с тренерами.